Всем привет! Мне пришли вот такие вот боксы от случайного сервиса подарков Lucky Box. У них очень крутой сервис, я посмотрела на сайте, там 35 категорий, есть даже pets-боксы, это для ваших животных, если вы хотите заказать или кому-то на подарок. И даже есть блогер-бокс, если у вас есть подруги или друзья, начинающие блогеры, мне кажется, это будет очень крутой подарок. Я понятия не имею, что в моих боксах, но мне уже не терпится глянуть. Вот так выглядят коробочки, и я догадываюсь, что это бьюти-бокс, наверное, потому что вот такие вот наклеечки и здесь, и здесь. В конце видео вас будет ждать конкурс на коробочку, которую вы сможете выбрать сами. Потом все условия расскажу. А сейчас давайте распакуем сначала маленькую. Ух ты, как все лежит прикольненько. Так, это, наверное, просто открыточка. Может, подсказка? Да не, тут ничего нет. Потом вот такие вот конфеты. Негру. Не пробовала таких конфет, надо будет попробовать. Еще не калорийный, смотри, 22 килокалории, хочешь поделюсь? Ого! Ничего себе! Не совсем бьюти. Обалдеть, да, это... Это сладость. Мне кажется, обалдеть, блин, какие крутые боксы, класс! Это какой-то очень крутой микс-бокс, потому что то, что я вижу, мне уже нравится. В общем, три киндера. Вот такие наушники, смотрите, какие красивые. Класс. Вот, это косметика. Кайли. Сейчас посмотрим. Должны быть здесь еще и крутая, кажется. Так. Вау, боже, мне как раз нужны были кисточки. Набор кисточек, смотрите. Обалдеть. Просто супер. Мне как раз они очень были нужны. Я себе хотела покупать в ближайшее время, но постоянно как-то это откладывала. Очень круто. Не зря откладывала. Powerbank, обалдеть! Вообще очень крутые призы, это только маленькая коробочка, что тогда большой? Почему призы? Подарки. Ой, ну да, подарки. Такой красивый. Он как будто в чехле. Смотри. Да, может это и есть чехол. Есть, это чехол. Нет, это такой powerbank. Да? Да. А ну дай посмотрю. Такой как будто кожаный выглядит, да? Ну да, на ощупь он как вот пенал для очков. 40 тысяч мАч. Сколько? Да ладно. Там сзади написано, посмотри. Да, обалдеть, 40 тысяч, это мощнее, чем мой. Вот это круто, спасибо большое Lucky Box сервису. Я не ожидала таких подарков. И что? Что это такое? Angry Birds? А что, пока я и не пойму. Похоже, что это какой-то плеер. Здесь вон значки play, stop. Наверное, колонка такая маленькая. Может, колонка, может, плеер. Птичка. Малюсенькая такая. Кстати, тут внизу, как на плеере. Да-да-да. Переключатель, видишь? Так, покажи. Она заряжается? Ну да, вот. Боже, это она такая маленькая. И наушники вон идут. И наушники. Это точно плеер, видишь? Обалдеть. У меня, кстати, плеера никогда в жизни не было. То есть я всю музыку слушала через телефон, поэтому я с плеерами не знакома. А сюда, похоже, карта памяти ставится, да? Сбоку. Да, со второй стороны вот гнездо для наушников и для зарядки. Так, вот такие... А, нет, тут еще что-то, подожди. Здесь еще даже? Марципан. Вот, с орешками. Будешь? Нет, я худею. Вот такие подарочки были в первой коробочке. На самом деле она вообще очень красиво внутри упакована. И она меньше, чем вторая. И меньше, да. Я боюсь представить, что здесь, если тут такие крутые подарки. Да уж. Так, давайте смотреть. Смотрите, как Настя ее воодушевленно разодрала быстро. Сразу первое бросилось в глаза, это фитнес-часы вот эти, помнишь, как мы класс, да. Круто. Но мне не особо не нужны, у меня есть вот эти, поэтому папе я отдашь. Их отдам, да, папе. Или бабушке, она сейчас тоже в спортзал начнет с мамой ходить. О, смотри, здесь еще что-то, пульс нарисован, сердце нарисовано. Может, тут какие-то еще сердечные измерения? Ну тогда, это фитнес-часы, мы же тебе тоже такие подарили, это специально. Не, ну может, они не только пульс, а какие-то проблемы с сердцем там фиксируют, нет?
Смотрите, мы открыли коробочку с Настей. Вот что здесь. Такой браслет, и в него давай вставляются, попробуем. Да, часы? Да, давай попробуем. Давай. Там какая-то камера. А, они по отпечатку пальца, похоже, смотри. Ого! Здесь прям. Никогда такие не носила, я знаю, что очень многие носят и любят. Ну, у тебя же вон есть, они же все, да, функции там есть, да? А зачем их вынимать отсюда вообще? Ну, это как браслет идет и отдельно часы. Просто браслет можно поменять. На другого цвета, например. Вот эта штучка заряжает? Они не заряжены. А, это вынимаешь и заряжаешь, похоже. А, вот так. А, да-да-да, наверное. А, ну тоже удобно. Они, смотри, как флешка, да, маленькая. Да, они, наверное, сейчас не заряжены. Давай дальше. Давай. В этой коробочке были киндеры, а здесь, мне кажется, решили связать с Милкой. Потому что здесь лежит вот такой блокнотик. Боже, я думала, это погрызенная шоколадка. Блин, как он красиво выглядит. И вообще такой приятный на ощупь. Круто, оно похоже на настоящее. Да, очень похоже на шоколадку. Блин, с пустыми страничками. Я просто обожаю. Я в других блокнотах не пишу. Вот мне с пустыми страничками. Класс. Отпадный блокнотик. Спасибо большое. Круто. Я вообще в восторге от этих подарков. И тут лежит шоколадка. Милка огромная просто. А Настя как раз ест шоколадки Милка. Да, я их люблю. Вот. Так что более киндер и Милка, все. Так, это что? Это тоже открыточка какая-то, наверное. Сейчас так, это путевка в Париж. А, да. Нет, это Lucky Box для Анастасии или Lucky Box. А, вот так вот. Красивенько. Так запаковано красиво, прям глаз радуется. Так. Вкусняшка какая-то. Тоблерон. Это что такое? Это селфи-палка. О! О, тебе нужна? Наде нужна. Да? Красиво очень выглядит. Такая выглядит красиво. Открой. Вау, она так красиво выглядит. Все, я прям не могу. Смотри. Розовенькая. Так. Будет поломать все, потому что у меня руки не свое место. Смотри, немножко. Да, не тяни. Наверное, там какая-то механика. Раскладывай. О, видишь, ты тянешь. Во. Ну, класс. Цвет очень красивый. Это цвет другой. Нежно-розовый. Еще шоколадка. О, это классная шоколадка. По-моему, или Польша, или Германия, я точно не помню. По-моему, мы пробовали когда-то. Да, да, я такие даже заказывала на каком-то сайте. И последний. Это качественный шоколад. Что, я решила достать это последнее, потому что, ну, как бы, вообще трубочка непонятно. Какая-то. Так. Мы все в ожидании. Я тоже. Та-дам! О, что это? Я так понимаю, термос. Термос? О, боже, какое оно все красивое, оно так блестит, я просто не могу. Supreme написано. Supreme. А тоже компактный, смотри, не толстый, да? Да, да, такой удобный. Класс, просто спасибо большое сервису Lucky Box, это замечательные подарки и прям то, что мне нужно было. Пауэрбанк у меня ломается, у него там отпадает одна штучка, ну, в общем, неважно. И мне как раз нужен был, я думала над тем, чтобы купить новый. Кисточки. Кисточки просто, вообще попадание 100%. Так, кисточки в таком еще чехле, коробочки такой классные, удобно их хранить будет. Спасибо большое, очень крутые подарки. Настя все любуется своими подарками. Да у меня как будто день рождения. Так, все красиво. Так, в общем, теперь про конкурс. Какие мне классные подарки прислали, офигеть. А кто это прислал? Lucky Box. 40 тысяч этот кавербанк, прикинь. Круть, да? И вот это фитнес, что ли? Да, фитнес-браслет. Браслет. Это вообще эти кисточки. Смотри. Круть, да? Хочешь фитнес-браслет? Так ты сама же для этих будешь. Да, у меня вот эти есть. Да? Да. А мне селфи-палку. Точно как у меня. Надо его зарядить, спасибо. Да, а вот это отпечаток пальца? Он типа по отпечатку разблокируется. Это, по-моему, занимается, да? Да, заряжается. Ну там надо просто выделить только отпечаток пальца. Уже надкусила? Это блокнот, прикинь. Да. Надкусила. Прикинь.
Валютка. А звук пробовала? Нет, еще не пробовала. Это надо подзаряжать, наверное, это все. Вот как? Ну, блин. Как мне съесть? Ну, я просто помню, нам когда-то в лагере в детстве такие раздавали, после этого я такой не ела никогда. Она такая вкусная была, и все там ждали только эту шоколадку. А я сейчас не хочу. Для участия в конкурсе вам нужно поставить лайк под этим видео, перейти на Instagram LuckyBox и на мой подписаться. В Instagram LuckyBox вам нужно пролайкать последние 5 записей и отметить 2 друзей под постом с этим конкурсом в комментариях. Вот, и все. 26 февраля, через 2 недели, они проведут на своей страничке розыгрыш, и вы можете выиграть коробочку, которую выберете сами. Это может быть что угодно, там есть бьюти-боксы, или с вкусняшками всякими боксы, или техно-бокс с техникой, в общем, уже на ваш выбор. Стоит этот бокс будет 1000 гривен, вот. Ну, вы за это не платите, разумеется. В общем, вам бесплатно, но за 1000 гривен вы выбираете себе любой бокс. Вот. Находится, кстати, сервис в Черкасах, и я тоже из Черкас, но они мне присылали в Киев, а я их с Киева везла обратно в Черкасы. Так прикольно получилось. На этом все. Всем пока, участвуйте в конкурсе, потому что подарки реально очень классные, я удивилась, реально. Я не ожидала таких подарков. Спасибо большое еще раз сервису LuckyBox. Все, всем пока, увидимся в следующем видео. Блин, я походу не снимала. В смысле? Шутка. Мама, блин, я уже думала, все, хана.